Она. Слушай, смотри, сиденье раздвинули, как будто знали, что это буду я. Я немножко упираюсь. У меня голова упирается. Мы покинули Париж и отправились в Нормандию. Была суббота, а у французов с недавних пор есть традиция по субботам одевать желтые жилеты и что-нибудь блокировать. Ну, благодаря желтым жилетам мы проехали бесплатно по дорогам Франции, это прикольно. Если бы не добрые французы, мы бы не запарковали здесь точно. Это просто жуткое существо вот это вот. Короче, мы в каждой стране сравниваем, насколько люди готовы помочь. Потому что, ну, мы же ничего не знаем постоянно. Где парковаться, куда идти, где найти Starbucks и так далее, и так далее. Интернет и все остальное. И, короче, вот французы молодцы. Нам, наверное, везет, я не знаю, но нам все помогают. Прям тратят время. Французы молодцы, да? Вообще. Молодцы французы. Короче, вот одно из тех мест, ради которых мы приехали в Нормандию. Вот. Вот оно. Шикарное, да? И здесь есть защитное сооружение, которое строили немцы. Боялись вторжения англичан. Но им это не очень помогло, как мы знаем, да? Вот. Городок Этрет. Нормандия. Фантастические места. Просто космос. Вы посмотрите на это. Ух! И вот там. А это Олеська стоит живописно. Смотрите, позирует. Олеська все время позирует вот так. Я устал. Короче, мы планировали здесь быть только утром, но мы немножко проспали и приехали, когда уже был не очень хороший свет. Мы приехали и поднялись вот туда. Потом мы спустились, чтобы пообедать, и думали, что уже уедем, но... Но нет. Потом поднялись второй раз после обеда, опять вот туда. И спустились по какой-то стрёмной лестнице, которую вы видели до этого. И теперь мы хотим споймать закат, и нам нужно третий раз подняться вот здесь. Сложность в том, что уже второй раз, когда я поднимался, ноги были забиты, капец. Мы пойдем туда? Ладно.
Здесь можно даже посерфить, как вот те ребята. Даже с подсветкой. Молодец. Это было первое место в Нормандии, которое я хотел посетить. Осталось еще два, и я надеюсь, мы до них доберемся.